Бля, хард, сядь, пожалуйста, на переднее сиденье, наведи пинрайта. Иначе сейчас мы закончится наша игра. Правее. Резкий поворот направо. Резкий поворот налево. Перекрест. Нам прямо. Все, едь до упора, до карьера. А нас там уже встречать не будут? Не знаю. Ты взял, ты понял, как надо, блядь, штурманом быть, нахуй? Угу. Правее. Держи прямо. Не, если можно М2 оставить, старый он будет на руле чисто. Так, держим маршрут. Азимут. 40. Азимут 40, поднимаемся на гору. Поправка, азимут 60, поднимаемся на гору. Это мы в карьере где-то уж? Да, он справа. Я могу тебя забрать его, если хочешь. Давай. Далеко? ГПшку да, надо? Далеко, ГПшку надо? Пойдем, сейчас юго-восточнее. А, бля, подожди, это уже их лагерь, не? Или что это такое? Палатки стоят. Да, это... Что там пек стоит на горе? На западе от нас. Это враги. Давай там ходят себе. по камням враги ходят. В западе отделение вышло на холм, смотри, в опен. Да, вижу. Давайте быстрее, ебашить будем. Подхожу. Вон они троем, блять, как компас. Давайте ебашим. Давай. Подожди, встанут? Подходи к этим трупам, может, я тебя прикрою сверху. Или ты левее хочешь, чтобы войти? Я не знаю, просто где это было. Я не понял. Запас смотрю, никого нет.
От нас 210. На камнях трупы висят. Сейчас посмотрю. С отделения с тыла наше подходит союзное. Я поднимаюсь на высоту. Вижу, вижу тебя, давай, давай. Иду, как ты шел. Че это? Блин, могу обидеть, поставить. Ко мне, хорошо. Где трупы, я гуляю, а там вроде поднимаюсь. Поднимаюсь. Кто стреляет сейчас? Там враг должен быть. Че, дальше по хребту иду. Где два больших камня, между ними чел. Кто уходит? Я кого-то ДВшку слышу. Нажми Г и нижнюю частоту на колесик улистай куда-нибудь на много других частот. По тебе скоро, да? Ну, вижу там этот блокпост, но капец там подниматься тяжело будет. Походу я убил тебя здесь вплотную. Лежит. Там еще, там еще. Убил. Понял. Диги, ты нас слышишь, наш замес? Ну да, но я далеко, походу, от вас. Я понял. Блядь, свои, походу. Это шайтан ты? Да. Это мы двое здесь. АЕшку дам за камень. Да убили вроде его. Контрольный хае. По мне сейчас стреляют. По тебе? Да, сейчас помню. Как будто своя МК, бежстон. Где-то типаш, я там второго почти не вижу. Я вот поэтому справа от камней стрелял. Он у меня лежит как живой, только оружие не в руках. Я понял, я тоже по нему очень обойму зажил.
возьмешь? Вот тут. Че? Где дикий стык? Шайтан? Да-да, это я. Может на тачке объехать их? Противник убил. Вот эта М-ка по три патрона по нам стреляла, он с М-кой. Как будто у меня пересылка маленькая, издалека и со севера на самой высоте. Я не помню как. Я ранен. Я ранен, слышишь? Ёптать. Блять, я раненый. Дым на себя дал. Пишите. Медицины хватает? Наверное. Из рук выпала М-ка, прикинь, после 300. У тебя стригеры выпадут? Да, походу. Я теперь бегаю медленно. Может быть. Ты в кустах, да? Ага. Кто-то там в кустах лежит. Вроде рукава у него закатанные, как будто враг. У меня тоже закатанные. Да, это враг, это враг. Убил? Не, у тебя хорошо убил. Он 300. Блин, ну я без ноги не дойду. Я, наверное, к хаммеру вернусь, попробую на хаммере прорваться. Там в тылу еще противник на горе. Где крест на горе, знаешь, позади нас? Сейчас карта. 20. Там крест большой стоит на горе. На 20.
Пойдет? Да. Это триггер? Вроде как. Какая-то техника получится. Не наша, причем как будто. Наша бродля стоит. Белый. Дом на карте вот есть, по сути, да? Нам надо чуть-чуть южнее, до 200 метров. Я налево отошел. Тут свои. Свои. Парни, снег, смотрите, идите сюда. Азимут 10, где-то вот, нет, спежу, 40. Две маленькие горы, видите, вот прям. Сейчас точно азимут скажу. Между 35, короче, 35 азимут. На горе были двое. Угу. А у вас какая КВшка? Что? КВшка какая у вас, частота? Это враг меня убил? Да, я его изменил. Бля, это смотрел этот куст. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.